Салам, азиз достар, ахушамыныс хейр, добрый вечер, дорогие друзья. Good evening, dear friends. Сегодня у нас опять азербайджанская национальная еда. Я имею в виду вот эти прекрасные кутабы с зеленью. Также у нас жареная картошка с жареными куриными потрохами. Сырный соус, аж слюнки текут. И квашеная капуста, которую дома у нас ставили. Сейчас сезон, так что будем кушать квашеную капусту, помидоры. В общем, вкуснотища на всю зиму, друзья. Так, пить я буду сегодня one of my favorite виноградный лимонад. Grape lemonade, guys. Grape juice. Ну что, начнем. Буду кушать без хлеба. Вместо хлеба буду кушать вот эти прекрасные кутабы. Так, начнем, друзья. Картошка прекрасно прожарилась. Сегодня вот скоро будут показывать фильм «10 негритят». Один из моих любимых фильмов. Первые советские, ну, детективы, так сказать. Обожаю этот фильм. Могу смотреть 100 раз. Так, теперь приступим к кутабам. Смотрите, какие огромные. Вот так. Обмакиваем в сырном соусе. Вкуснотища. Ставили всего лишь дней 10 тому назад, уже смотрите, как подошли. Хрустящая вкусная капуста.
со специальной приправой сверху. Вот это сумах. Вот черное. С кислинкой. Картошка вкуснейшая. Очень понравилась капуста. Мать ставила. Объедение. Виноградный лимонад – это как вино, безалкогольное, очень вкусное. Картошка так вкусно приготовилась, друзья, объедение. Тает во рту, а не в руках. Давайте я возьму посередине, чтобы потеплее, а то оно немного остыло. Так, заворачиваем. Тут морковка, чеснок, капуста. У нас в Баку, друзья, очень похолодало резко. С
снега, правда, нет. Но я ездил в район со своей футбольной командой. Кстати, мы одержали победу. Прекрасные горные местности. Все горы были покрыты горами. Вершины, я имею в виду, самые пики. Малые Кавказские горы. Это между Грузией и Дагестаном. Вот на границе, вот так здесь находится этот район. Такие пейзажи, реки. Я снял там несколько коротких видео. Объединю их и поставлю, вставлю в один из предыдущих, следующих роликов своих. Вкуснота невероятная. После того, как приготовили кутабы, их потом подогревают, мажут сливочным маслом и добавляют, сверху сыпят сумах, чтобы убить жир. Обожаю. Квашеная капуста. Фу, друзья, наелся. Все, друзья, на этом хватит.
Это уже, наверное, завтра на завтрак съем, потому что уже вечер поздний у нас, где-то между 8 и 9 часами в Баку. Как я уже сказал, у нас резко похолодало. Дождь сегодня целый день, я весь промок, пока после работы ходил туда-сюда. Пришел домой мокрый до нитки. Но мне нравится такая погода, если честно. У природы нет плохой погоды, как поет замечательная Алиса Фрейдлих в одном замечательном советском фильме из золотой коллекции «Служебный роман». Обожаю и эту актрису, и этот фильм. Часто пересматриваю. Вот там как раз вот такое время года. Осень, зима, все чередуется, и у нас уже наступила зима. Снега пока, как я сказал, уже нет, но когда на улице холодно, дождь, такая пасмурная погода, а дома тепло и уют, и вот такая вкуснейшая еда. Мне нравится приходить на встречу с вами и отдавать вот этот уют вам тоже. Надеюсь, что сегодняшний мой мукбанг АСМР вам понравился. Если понравилось, жмите лайк, пишите комментарии, друзья. Люблю вас. Завтра будет очередная азербайджанская национальная еда. Завтра ее приготовят с утра. Одна из моих любимых, кстати. Так что не прощаюсь надолго. До завтра, друзья. Увидимся завтра вечером.